Саша, первый вопрос программный. Расскажи о цели визита в Москву и расскажи нам про свой русскоязычный альбом, который ты приехал презентовать сегодня. Ну, у меня же была большая привилегия, когда я выиграл Евровидение, что я начал гастролировать по Европе. И я понял, что вот сейчас, вот последний год, я так много посещал других стран, что почти забыл про русскоязычные. А у меня же здесь уже самые главные корни. У меня такая привилегия, что я понимаю вашу культуру, наконец-то. Я же все-таки в Беларуси родился, потому что я думал, что уже пора писать русские песни. И написал «Стрела Амура» летом, а сейчас написал песню про девушку, которая преследует меня. Я вот специально подумал, что интересно для русского маркета. Вот именно вот такая история. И самое главное, что это история с моей жизни, так как я всегда пишу только музыку про себя. А вот как отреагировала эта фанатка на появление песни «Достала»? Была ли реакция? Понимаешь, я сразу понял, что вот этой девушке самое главное — внимание. И позитивное, негативное внимание — это не важно. И самое главное, чтобы люди знали о ней. Но я и так по-прежнему, я не хочу говорить ее имя. Это уже неправильно будет. Но все уже на Фейсбуке. У меня самая такая большая страница в Скандинавии на Фейсбуке. У меня уже 500 тысяч людей. И там все знают, про кого я пою. Но официально я это не буду говорить. Но я ей понравилось, что я написал песню. Она сейчас чувствует, что она моя мьюза. И она довольна, я доволен. Вот такой немножко щекотливый вопрос. Не приходилось ли тебе вот специально для того, чтобы издать этот альбом, подучивать русский? Там с преподавателем или... Нет, мне поется русский очень-очень легко, зато разговаривать по-русски мне тоже легче и легче, но это не мой первый язык, так что я читаю книги, книги, такие детские книги, «Три богатыря», там «Финист, ясный сокол». А еще какие? «Буратино». Так что я и смотрю русские фильмы, старые такие, советские, чтобы... А какой любимый? Ну, «Карнавальная ночь», например, мне очень нравится, «Волга-Волга». Такие фильмы мне нравятся. И так я учу русский язык. Потому что это же огромная привилегия для меня, что я могу, что меня приглашают сюда, в эту страну, и хочется вам дать не только музыку, а еще и общаться с вами. Саша, возвращаясь к фанатке, судя по песне, она тебя достала. В связи с чем? Не было ли мысли устроить некий музыкальный эксперимент, дабы их отпугнуть? Ну, например, обратиться к такому, как бы сказать, практически национальному музыкальному жанру в Норвегии, как death metal. Я как раз уже сотрудничал с группой death metal, Keep of Kalesa, так зовут. Они тоже были в Евровидении. И это мне интересно было, но вот в этот раз мне нужно просто было найти песню и жанр, который подходит друг другу и который подходит к тексту. Ну, а вообще, в принципе, ты в своей дальнейшей музыкальной карьере планируешь музыкальные эксперименты? Ну, как всегда, да, что вы. Вот моя беда и привилегия, что у меня нету формата. Я артист бесформатный. У меня самое главное, у меня есть мелодия, у меня есть скрипка, у меня есть голос. Поэтому я всегда, почти каждая новая песня у меня в новом жанре. Ну, а если переходить уже непосредственно к Евровидению, на мой вопрос на пресс-конференции относительно того, какая из двух до этого побеждавших от Норвегии песен, ты выделил именно «Ноктюрн» Рольфа Лёвленда. Однако у тебя на альбоме в качестве кавер-версии появилась совершенно другая его музыкальная тема. С чем это связано? «Secret Garden», да. Да. Это не всегда совпадает, что мне больше всего нравится и что мне больше всего нравится исполнять. Так что, хотя моя любимая его песня «Ноктюрн», я понимаю, что это уже было сделано прекрасно уже один раз, и никакой смысл еще делать
как это, кавер. А вот как раз Song from a Safe Garden, я всегда считал, что именно это для меня сделана песня. Саш, вот ты, ну, в той или иной степени, наверное, все равно так послеживаешь, хоть ты, возможно, пройденный этап, за MGP. Мелоди Гран-при. А, да-да-да. Ну, не будем кривить душой, учитывая, что, в общем-то, Норвегия не очень высокие результаты показывала после твоей победы. Ну, я не жалуюсь. Не хотел бы ты кого-то лично порекомендовать для участия в этом конкурсе? Вот в этом, в норвежском? Да. Да. Кого еще на нем не было? В MGP. Ну, я думаю, что у нас очень хорошие звезды в Норвегии. Лидо, например, новый такой, очень хороший. Но я думаю, что, к сожалению, я не знаю, как здесь в России, но в Норвегии артисты вообще боятся Евровидения. Особенно артисты, которые уже известны, они не хотят портить свою карьеру Евровидением. Вдруг они не выиграют, вдруг они вообще не пройдут дальше. Ну, ты боялся и... Я не боялся, потому что только в Норвегии меня знали, а в Европе нет. Так что и для меня самое главное – это музыка. Самое главное – быть музыкантом, а не знаменитости. Так что вот... То есть, судя по всему, именно по этой причине уже почти 7 лет вот в Норвегии не выступают норвежцы с песнями, написанными этническими норвежцами исключительно. По какой причине? Ну вот потому что боятся и лезть на Евровидение, известный норвежский исполнитель. Последняя песня, которая была написана норвежцем и спета на норвежцем... Нет, Норвегия же очень богатая страна, и у нас такая политика, что мы приглашаем всех иностранцев все время. Так что, хотя там Стелла была из Кении, тот же из Иран, они все равно норвежцы были, понимаете? Так что мы такие очень либеральные люди. Немножко провокационный вопрос. Среди Евровидения ходит такая шутка о том, что на МГП, на норвежский, попадают песни, не прошедшие предварительную преселекцию на мелодифестивале в Швеции. А. Скажи, пожалуйста, ты Fairy Tail подавал Бьёркману на мелодифестивале перед МГП? Нет. Нет, Fairy Tail я сделал специально для Норвегии. Я знал, что она, если не выиграет, так людям очень понравится, именно потому что это норвежская музыка. Так что, ну, я никогда ее не подавал. Зато я в радио, разные радио показывал песню. И так же, как здесь, в Москве, они сказали: извини, Саша, но эта песня не для радио, мы никогда ее не будем играть. Это не радийная песня, это не в нашем формате. Потом я выиграл, и вдруг встала песня в формате. В русском сегменте интернета очень популярен твой видеоклип на песню «Фэлэйем», которую ты спел вместе с Оптюр. Mm-hmm. Нет ли планов по созданию полноценной русской версии этой песни? Нет, это как раз вот так же, как нету норвежской или черной молнии, нету русской Фелайен. Саш, а вот мы этот вопрос задавали Лене через год после ее победы, и она, скажем так, очень на него болезненно отреагировала. Ну. Что вы специально приготавливаете меня, чтобы нет. Я болезненно не делал. Что не боитесь ли вы, что тень Евровидения будет преследовать вас всю жизнь? Я понимаю твой вопрос. Опасения? На это я отвечу. Как ты думаешь, боится Зинедин Зидан, футболист, знаете его, да? Что всегда, навсегда будет преследовать, что он участвовал в мировом чемпионате футбола? Я думаю, что нет. И также я с удовольствием буду вспоминать Евровидение и думать, что это вот как раз начала всю мою карьеру. Сейчас я езжу по всей Европе. Саша, а нет ли желания повторить, так сказать, поездку на Евровидение? Я повторяю поездку на Евровидение все время здесь, вот, в голове. Так же, как я повторяю мой первый поцелуй. Знаешь, это очень приятно, но это невозможно еще раз повторить первый поцелуй. Так что я с удовольствием зато буду композитором Евровидения, потому что это моя самая большая мечта. Стать композитором, известным композитором, чтобы через 5-10 лет, когда у меня появится жена, надеюсь, дети, так тогда мне нужно уже ездить по Европе. Сейчас я с удовольствием езжу по Европе, это мне прекрасно. Но сейчас я холостой, сейчас мне интересно мир посмотреть, а потом уже я хочу, чтобы в одном месте жить, может быть, подальше от города, и писать музыку именно там, где я живу. Ну, вот ты затронул тему личной жизни, а у тебя много фанаток,
А возможно ли вот такая сказка о Золушке для одной из фанаток, чтобы одна из фанаток стала женой Саши Рубака? Какими качествами она для этого должна обладать? Ну, самое главное, чтобы она не доставала меня, так как это девушка из Израиля. Любовь — это не значит, что она все время должна мне звонить. Но, с другой стороны, очень важно, чтобы девушка не играла в игры, чтобы не делала вид, что я ей не нужен, чтобы она все время честная была. И чтобы у нее хорошие антенны были, когда она чувствует, что когда я, например, когда мне нужно поговорить с ней, чтобы она это, приняла, когда мне хочется на каникулы поехать с ней, чтобы она тоже это поняла. Сейчас я вообще говорю, будто я не разговариваю с девушкой, но, конечно, общение самое главное, но иногда хочется тоже, чтобы девушка чувствовала тебя, без того, чтобы ты ничего не говоришь. Вот у тебя сформировался такой образ, ну, конечно, это не факт, что это было именно твоей целью, но очень многим ты представляешься как такой, со временем, конечно, образумившийся, но парень из двора, хулиганистый. Чуть-чуть, в детстве. Да. Вот какое у тебя самое большое хулиганство было в детстве? Ну, если, конечно... Ой, не знаю, у нас такой глупый был спорт, мы бросали большие камни в окна людям. И потом, и вообще-то каждый раз мы всегда надеялись, что мы не попадем. А когда попадали, так тогда, ой, нужно было бежать подальше. Это в Норвегии было или да, еще в Беларуси? В Норвегии. В Беларуси вообще как бы сразу меня арестовали бы там. Саша, ты был в этом году в Баку. Угу. Какова разница в твоих чувствах, вот, которые были во время московского Евровидения и во время поездки на бакинское Евровидение? Оба конкурса были достаточно масштабны, вошли в историю. Все такие же масштабные были, да. Вот. Просто... В чем разница? Я бы не сказал, что большая разница. Самая большая разница для меня была, что сейчас, в этот раз, я мог больше, гораздо больше кайфовать. Просто приехать в Азербайджан как король, и все хотели со мной дружить, все делали так, как мне нужно было. Это... И наконец-то время было посмотреть город. А в Москве у меня вообще не было времени ни на что, кроме того, чтобы заниматься и выступать, и интервью, и так далее. Саша, а вот что для тебя звездная болезнь? Это что-то, в принципе, естественное или, наоборот, тобой отторгаемое? Звездную болезнь ты как воспринимаешь? Я думаю, что всегда, когда говорят о звездной болезни, все сразу думают, что... Человек зазвездился и начинает всех посылать сюда-туда, да? А есть такое, конечно, но я думаю, что есть разные звездные болезни, и по-разному можно заболеть, если так можно сказать. У некоторых начинается депрессия. У меня была депрессия 2-3 месяца, иногда тоже возвращается. Я уверен, что не было бы такого, если я бы знаменитым не стал. Другие начинают с наркотикой, например. Это тоже, я бы сказал, звездная болезнь. Потом еще какая-то звезда может начинать уже ругаться со всеми. Это больше такая распространенная звездная болезнь. Но я думаю, что людям, которые не работают в шоу-бизнесе, лучше не задираться в этом, потому что они не понимают, как трудно быть... все время знаменитым человеком, и что все тебя узнают, что все от тебя требуют что-то. Но я лично я не жалуюсь, потому что у меня такие огромные гонорары платят, и что я понимаю, что за это мне что-то нужно делать экстраординарно. И хотя мне нужно здороваться с 5000 людьми каждый день, это я с удовольствием делаю, потому что это моя карьера, это моя жизнь. Музыка — это моя жизнь. Ну, скажем так, конечно, это не требует какого-то конкретного ответа, потому что не все это любят афишировать, но благотворительностью занимаешься в том или ином виде? Занимаюсь чуть-чуть реже в этом году, чем раньше, потому что сейчас вообще у меня такой график, что я не успеваю ничего делать, и сейчас я понимаю, что... Я еще должен успевать в студию быть, чтобы новые песни писать. А раньше я писал новые песни только на самолете, потому что я еле-еле все успевал.
Сейчас у меня больше спокойная жизнь, потому что сейчас я научился говорить «нет». Извините, не могу я приехать на ваш концерт. Вот к слову о новых песнях. Какая для тебя самая, что ли, комфортная среда для написания новых песен? Это что-то необычное или просто тупо там стол, лампа, чашка чая? Не, да, самое главное мне быть одним, чтобы никто не трогал меня. И тогда очень быстро креативность приходит. Я сейчас в последний месяц написал 8 новых песен. И все равно мне не хочется поп-альбом писать, потому что тогда нужно концепцию какой-то найти, а мне нравится гораздо больше вот писать один сингл, второй, третий. Саша, ты говоришь, что у тебя плотный график. Но вот представим себе, что как та фанатка из Израиля, этот плотный график тебя достал. И ты своим волевым решением говоришь: так, у меня 2 дня, и я не хочу никого видеть. Куда ты поедешь и с какой целью? Для того, чтобы отдохнуть. У меня много таких дней было, и, к сожалению, что если я вот вдруг захочу все не работать, это никогда не получится, потому что люди меня ждут. И вот это такая самая напряженная моя ситуация, потому что везде люди меня ждут, потому я никогда, как бы я ни устал, я всегда должен работать. Но каникулы я планирую очень редко. Но если планирую, так заранее, как это сказать? Заранее? Заранее, да. Очень много-много месяцев перед тем, когда я уже поеду. В Дубай, например, хочется. Еще не было. Я уже планирую каникулы на следующее лето. Потому что перед этим у меня просто гастроли. Вот ты говоришь, что люди тебя, в общем, много где ждут, а не было ли желания выйти, ну, именно как музыкант, на рынок какой-нибудь очень такой экзотической страны, например, где-нибудь в Юго-Восточной Азии, и там попытаться завоевать местную аудиторию? Я с удовольствием. Я не знаю, как мне ответить на это. Люди меня приглашают везде. И я вижу, где люди просто хотят заработать деньги на мне, а где они по-настоящему интересуются моим творчеством. И там, где я вижу, что люди по-настоящему, им нравится моя музыка, вот туда я и еду. Я отказывался от Oprah Winfrey, например, потому что она... Не она наверняка лично приглашала, но ее редакция. Но они просто хотели там поговорить чуть-чуть о Евровидении. Ну что я буду говорить там? Это я музыкант, я музыку играю. Так что я отказался от Oprah Winfrey, ну потому что у меня еще концерты в Швеции тогда были. Сейчас пока что мне очень нравятся те страны, где я уже известен. Например, в маленькой Скандинавии у меня сейчас будет много концертов. 48 концертов будет. В декабре, представляете? Как раз Элизабет Андреасон, если вы знаете. Uh-huh. Знаем, да. Конечно. Саша, многие исполнители, в частности, когда участвуют в Евровидении, производят большое количество промпродукции. Разнообразные. Когда, например, ты был в Москве, была водка от Пертрайл Фимова, от него были творожные сырки. Вот. У меня вообще ничего не было. Да нет, вполне приличный диск. А какую бы промо-продукцию, какую промо-продукцию ты бы никогда в жизни не стал издавать под своим именем? Вот для раскрутки своего, ну, допустим, нового альбома. Чтобы не в коем, вот чтобы ни в коем случае. Вот то, что вот для тебя. Ну, можно перечисливать, типа там презерватив, наркотик, алкоголь. Вообще не. Я считаю, вообще глупо промо делать с разными такими взрослыми вещами. А сам я вообще не делал промо никакой. Просто у меня был диск и все. Ну, ты говорил, скажем так, что много поступает различных предложений. А вот какое было у тебя самое заманчивое предложение о выступлении, от которого ты отказался? Oprah Winfrey или было что-то еще более заманчивое? Нет, у меня... просто я больше всего жалею, что... Год после того, когда я выиграл, Филипп Киркоров мне предлагал тур делать по Москве. И тогда у меня была компания в России, которая совсем не разрешала мне ничего, что если не через них, так тогда вообще ничего нельзя. Они тормозили все мои проекты.
сейчас я уже не с ними работаю сейчас, но вот это мне очень жалко было, когда я понял, что я из-за них потерял такие большие возможности. Какое было самое экзотическое место, где ты выступал? Я бы сказал, что самое экзотическое место была пещера. Большая-большая пещера в Норвегии. В Олесунд называется город. И там я играл концерт для, я думаю, 10-15 людей было в публике. Это был самый шикарный концерт. Не боялся, что обвалится потолок? Нет. Саша, ты родился в Беларуси и вырос в Норвегии. А кто ты чисто по гастрономическим пристрастиям? Белорус, норвежец или американец? То есть фастфуд? Да. Макдональдс? Да, 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 да. А как же норвежская семга? А как же белорусские драники? И готовили у вас дома? Вот как раз ты сейчас перечислил все, что я ем. Американский фастфуд, норвежская рыба и драники. Ну, колдуны белорусские. Обычно все, что я ем. А когда я в гостинице, когда я на гастролях, тогда я ем отбивное или что-нибудь такое. А скандинавский фастфуд? Ну, скандинавский фастфуд – это фастфуд, это американский. Давайте им дадим хотя бы одну эту культуру. Вот в России, конечно, ну, с учетом того, какая, скажем так, культура celebrity здесь возникла, невозможно представить, чтобы, например, известный человек там без охраны пошел, например, в Макдональдс или Бургер Кинг. Вот ты готов разорвать шаблон и, например, пойти сегодня по окончании дня в европейский и... Я так скромно себя веду, когда в Макдональдсе, что даже люди это не замечают, пока я уже не получил еду, уже и выхожу из ресторана, и тогда я уже начинаю улыбаться людям, и, ну, тогда, потому что я уже знаю, тогда уже все уже поздно. И как раз тогда не замечают, и всегда, когда я выхожу из Макдональдса, там толпа за мной, тогда уже поздно, тогда я уже убегаю. Самый трюк – это просто быть очень целенаправленным и не смотреть на других, быстро все покупать, делать все, что… А потом уже… Ну, конечно, если кто-нибудь меня уже заметит, я не буду там отрекаться, что «не-не-не, это не я, Саша». Особенно если ребенки, дети. У меня такая привилегия, что у меня много детей в публике. И всегда, когда я вижу, что детская улыбка, и они хотят автограф, неважно, если я даже… Если я даже не успеваю на автобус, все равно я останавливаюсь. Да-да, конечно, вот тебе, пожалуйста. А преподавать этим детям ты не пробовал? Не было желания? Ну, я сейчас учусь, пробую, пока я гастролирую здесь, я учусь на педагога. В Норвегию? В Норвегии, да. Там, где я сдал экзамен по скрипке. Я, кстати, сдал экзамен, там самая лучшая оценка. А не было никогда желания, например, в симфоническом оркестре поиграть? Я играл в симфоническом оркестре, я был концертмейстере 4 года в Бергене. И, это не креативная работа, но я очень уважаю оркестрантов. Саша, тебе... Только еще вопросы. Все, мы уже видим, что устаешь. Тебе огромное спасибо за интервью. Я думаю, что операцию Бургер Кинг в следующий приезд, если будет позволять время, можно будет осуществить.